Неделя здоровья в Саратове. В областном центре стартует пилотный проект. Все желающие могут пройти бесплатную диспансеризацию и по результатам анализов получить рекомендации врача. Провериться горожане могут в центрах здоровья, которых в Саратове 4. По словам специалистов, в области ежегодно фиксируется ухудшение состояния здоровья населения. Это связано с рядом факторов – окружающей средой, неправильным питанием и неактивным образом жизни. Но главными причинами некоторых заболеваний остаются вредные привычки, частое употребление алкоголя и курения. С зависимостью от табака врачи предлагают бороться с помощью силы воли. Курильщики имеют определенный круг общения в определенном месте, вы это знаете прекрасно, да, те же курилки. Вот. И этот круг тоже придется менять, либо совместно, либо таким болевым усилием отказываться, может быть, даже иногда при помощи специалистов, при помощи врачей, психологов, отказываться от вредной привычки и формировать у себя уже вот эту здоровую программу здоровья.